незапланированное мероприятие президента, но приятное. Прикоснуться к седине нашего ведущего технического вуза хотелось бы всем. Это первое. Второе. Нынешнее мероприятие – это дань уважения тех, кто не только создавал этот университет, может, и не столько, а в честь тех, кто прославил своими делами этот вуз. Вы очень правильно сделали, что выставили здесь, на подъезде, лучшие образцы своего творчества. Творчество тех, кто в свое время не просто прикоснулся к этим седовласым стенам нашего вуза, но тот, кто, получив здесь знания и образование, творит чудеса. Это не для лести вам сказано, мотивация простая. Все, что делаете вы, все, что делает инженер, прошедший через вузовское образование, и не только через БНТУ, эти люди находятся в жесточайшей мировой конкуренции. Все, что мы видим здесь, в мире производится в огромном количестве. И то, что вы выстояли в этой конкуренции, то, что вы производите потребную на мировом рынке продукцию, дорогого стоит. Я всегда с величайшим уважением относился к вашим выпускникам. Я всегда сравнивал поведение тех или иных студентов, выпускников и так далее. Вы были всегда основой и фундаментом нашего государства.